Новый корпус Новосибирской больницы номер 34 ведут в эксплуатацию в 2023 году. Сроки озвучили сегодня в ходе выездного совещания на площадке масштабной реконструкции. Введение данного корпуса позволит нам разгрузить существующие корпуса, перевести сюда отделение реанимации, перевести сюда все операционные, которые у нас находятся сейчас в старых корпусах. Сейчас все строительные работы уже завершены, вовсю идет внутренняя отделка. Первый этаж нового корпуса будет занимать приемный покой хирургического и терапевтического профилей. Выше разместят операционные и реанимацию. Сейчас они находятся в других корпусах. После реконструкции освободившиеся помещения переоборудуют под лечебные палаты, то есть мест в стационаре 34-ки станет больше. Отдельный этаж отдадут под лабораторно-диагностическую базу. В помощь закупят новые аппараты КТ и МРТ. Сейчас требуется дополнительное финансирование, чтобы уже в следующем году закупить все необходимое оборудование. Наметили, что необходимо в следующем году приобрести для уже вот этого корпуса. Будем надеяться, что до конца следующего года или там начало первой половины 2023 года этот корпус будет завершен. Такую задачу ставим. Ну, соответственно, к этой задаче будем проводить соответствующие мероприятия.